Всем привет. 2015. Начало сезона, февраль, 25 число. Озеро Хаджис, Сан-Диего. Ну вот первый. Нет, вообще-то второй раз уже. Неделю назад был здесь, ничего. Ни поклевки, ни вообще ни всплеска. Сегодня хоть что-то. И погода хорошая вроде. Ну, начало сезона всегда. Все очень медленно, все очень тонко. Посмотрим. Привет, 2015. Работа. Ловлю я все так же на кукурузную такую кашку. Мамалыга такая, сваренная с сахаром. Вот небольшой кусочек. Присыпочка. И присыпочку сейчас я дам. Это у нас ванила. Порошком таким, мелким порошком. Вот такие вот сладости конфетные. Сейчас бросим его, может быть, порадуется. На чай придет. Так, посмотрим. Самое трудное — это попасть, где на камера лежит. Сейчас будем пытаться. Вижу, что моя наживка уже на дне вся посыпалась. Поводок я еще чуть-чуть вижу, а сама наживка уже вся рассыпалась, надо менять. Ну, по крайней мере, я хоть вижу, что надо менять. Вот. Не знаю, видно, что нет. Вот где-то так. Вот она, наживка лежит. Да. Вот это моя. Это просто я бросал на прикормку, а вот этот кусочек откололся, видимо, и уже все рассыпался. И вот здесь поводочек. Да. Вот если я сейчас возьму удочку и потяну, значит, этот левый должен потянуться. Ну-ка. Ну, по идее, должен. О, пошел. Вот все. Сдвинул. Все ясно. Вообще трудно, конечно, попасть на это место, где ловишь. Но, по крайней мере, там сейчас рассыпано. Рыба ходит вокруг, я вижу ее, но не клюет пока. Попозже, наверное, чуть-чуть. Прогреется вода немножко сейчас, и, может быть, что-то будет. В 2.20. Хорошенький. Ну что, надо его поднять. Ух ты! Нет, все, пошел. Попытка номер два. Выше. Так. Ну, в какой, смотри. Ну, в какой.
да. Что же это такое-то? Это сом! Ничего себе! Сомик! Такой приличный! Хорошо! Да, смотри! Ловил карпа, поймал сомика. Да. Слушай, ну приличный. Приличный какой, смотри. Вот это я понимаю. Слушай, я первый раз такого поймал. Так. Зацепился. Так, один крючок вот сюда и почти слез, а второй за плавник даже не зацепился. Ух. Слушай, на соплях висел. А нет, смотри, что-то здесь как-то все-таки через плавник. Фух, первая рыба в 2015 году, 25 февраля. Слушай. Я просто в шоке. Ну-ка. Сегодня 4 марта, Сан-Диего, Калифорния, озеро Хаджес. Все там же, все на то же. Ловить буду сегодня на кукурузу. Вот сварил только что, еще теплая. Вот, такая мягкая, рассыпчатая. Я ее смешиваю с разными присыпками там для карпов, корейскими вонючками. Ну и, конечно, традиционно с ванилой. Вот такой порошок. Вот, сейчас уже, пришел сюда, было 3 часа дня. Сейчас уже около 4. Пока ничего нет, ветер. Ветер поднялся, но я думаю, что часа через, ну, через часок уже ветер потихонечку утихнет. Надеюсь, что-нибудь сегодня поймаю. А днем, кстати, были ребята, поймали одного сомика на 3 килограмма. Ну, саму схватку не смог записать, потому что не было возможности. Только телефон с тобой сейчас. Вот. А вытащил в 5 часов. Хорошенький. Черт, там палка как попала. О, сейчас. Сейчас. Сейчас мы положим это дело. Так.
меня уже два сожжения. 100%. 100%. Какая-то дубинка лежит. Надо будет ее убрать отсюда. Так. Ну вот он. Вот он. Ну вот уже 7 час, 6.07, уже стемнело, так прилично. А, только что дернул вот на ту удочку, я ее не смог. Дернул, потащил и отпустил. Здесь уже две я поймал, как я уже сказал, и была поклевка еще, наверное, раза два поклевки, две было. Ну, я думаю, что сейчас еще, если одна попадется, то можно идти домой. Хотя уже можно сейчас идти домой. Уже все, уже достаточно. Ветер совершенно утих. Значит, здесь как стекло сейчас все. Поплавок видно, но с трудом. Фонаря у меня нет. Я и не рассчитывал на ночь ловить. Ну, так вот получилось. Ладно, еще минут 15-20 и домой.